Клоун надо поздравить первым делом. Настолько это воодушевило. Понятно, что там было очень сложно, но в целом была какая-то мечта, может быть, забить в этом матче, или все-таки это не так серьезно? Ну, конечно, хоть и товарищеская игра, да, было приятно забивать. И, в принципе, там хороший пас мне дали, мне оставалось только попасть в ворота. Хорошо разыграли, и, в принципе, все получилось нормально. В целом, какие впечатления от игры, с собой довольны? Ну, от игры положительные только эмоции. Где-то первый раз мы играем все вместе, да, где-то какие-то взаимодействия, взаимопонимания. Первый раз только, только положительные впечатления, можно сказать. Еще вопросы? А от Смолова ждали эту передачу? Ну, я ему кричал. Пропусти, пропусти, ожидал, конечно. Тут люди такого класса, которые играют, они все видят, все отдают. Главное, попасть в ворот. Так, еще? Да. Были какие-то тактические указания, какие-то объяснения, как играть, или просто тренер выпустил, показать все, что можешь? Нет, конечно, были какие-то установки какая-то была, не просто там тупо бегать. Надо было играть в такую тактику, которую главный тренер, я думаю, у всех тренеров какая-то тактика. И здесь, в частности, и была какая-то тактика, надо было выполнять ее. А вы свыклись уже с мыслью, что вы игрок сборной России, или пока еще до сих пор? Ну, пока еще адаптируюсь. В смысле? Адаптируюсь? Ну, потихоньку вхожу, конечно, это приятно, что попал в сборную, к чему я стремился, да, к чему шел. Надо еще работать и работать, это, я думаю, как бы еще впереди, все лучше. Еще, коллеги, вопросы? Нет больше? Спасибо, Резуан.